Этот трудовой десант не первый. Волонтеры уже приводили в порядок этот подземный пешеходный переход. Мыли окна, очищали ступеньки от жевательной резинки, убирали мусор. Но жители микрорайона, по словам добровольцев, их труд не ценят. Недавно мы убирали этот же подземный переход, и он снова оказался грязным. Нам обидно всем, когда мы убираем все это, и люди все равно мусорят. Нам бы хотелось, чтобы город Сочи был красивым и чистым, и чтобы каждый отнесся к этому доброжелательно и помогал нам тоже. Чтобы отмыть переход, снова добровольцам потребовалось несколько часов. Волонтеры серебряного возраста решили выступить с обращением к сочинцам. Каждый житель нашего города, он должен понимать, что город, вся инфраструктура города – это продолжение их квартиры. И каждый плевок, каждая брошенная бумажка, пусть она появится в вашей квартире. Это то же самое, что наплевать или нагадить в вашей квартире. Трудовые десанты высадились и на других объектах Донской. Помимо подземных переходов, волонтеры убирали игровые площадки, дворовые территории, парки и скверы. Эта акция стартовала 1 августа. Каждые выходные волонтеры выходили и убирали свой город. Сейчас она принимает особый акцент. Горожане готовятся ко Дню города и хотят, чтобы Сочи встретил этот праздник чистым и опрятным. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.